А что это тебя-то? Контроль передали только что. Кто ползет? Ой, бля! Кто там ползает, да? Все, все, идем. Лол. Че у них за? Если они этого не сделали, то они конченые, потому что столько времени вы какой-то херней страдали. Да блин, у них первые треки, видишь, ачивки открываются какие-то. Андрей, ты где? Андрей, наверх быстро, на лестницу. Да нет, я бы должен был, я ой, пиздец. Наверх, просто лезь как можешь. Все, я убеги. Ну чё вы меня ставите, алё? Да подожди ты, бля, не ной, я их отстреливаю. Леша, а ты чё там в убежище, иди спаси меня. Потому что я когда увидел, что вы все в жопе, я решил... Подожди, не лезь, пожалуйста. Да подожди ты, не лезь. Все, давай. Чё там застряли? На мне стояли на голове бачи. Меня сел Хан, там зомбаки лезли, меня отвидел. Алё, Хан сел. Андрей, поджигай сзади где-нибудь что-нибудь. Чё, не поджигай нас, например. Таблетки, баран. Давай, давай, Лёш. Дверь закройте, дверь закройте, дверь, пожалуйста, закройте. Да, у нас тут дисбаланс так. А там даже сливать постоянно. Дисбаланс, потому что мы проигроки. Почему я начинаю за вот эту херню? Жуки? Макс, они выходят. Я тут. Они по прямой, пойдут по ходу. Ну неплохо. Да, они тупили, что-то долго. Он подразумевал, стал им долг. Бля. Станок его убить, короче. Убить под Кубай. Придуйся. Ну, все понятно. Как он распродал? Андрей, 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 фигач. И вообще пофиг. Не пофиг, да, они толстяка фигарят, прям так. Я прям вот в каждом члене той команды себя узнаю. Такого не должно быть, Андрей. Серьезно? Хотя бы все, пошел. Андрей, плюй, никуда плевал, у нас будет под этим. Просто их от убеги не упускают. Вот бы плёво, а, есть плёво. Да, ждите. Чем уж мне гром дадут, я сейчас толпятся, когда в узком проходе, Андрей, вот здесь. Нормально, Лёх. Да. Андрей. Он был сразу со мной. О, надо. Ого. На сколько ты прыгнула? На 20.
сейчас бежать, а не пайп сливает, серьезно. Да. Олес, давай попробуй. Это они не ждут, едут. Одиночки. Да, Лёш, попробуй кого-нибудь обратно утащить. Андрей, вниз там скидывай. Да, плен, по-моему, да. Ну вот Зойка что-то делать начала, вот да, новая, да? Да? Ну вы там Зойку... Одна. Перестань поднимать клёвый, вообще 5 баллов. Ты просто их сожгла, сжечь решила, понятно? Она просто прыгнула и сдохла, непонятно, она тоже отстала. Ой, бля, просто это делал не знаю. Ну прям толстяку стащил. А, они уже дверь открыли. Суецид произошел. Бля, такие. Ну еще умрет все. Ну просто тут команда. А, на дверь, кстати, им открыла. А зачем на фигурс там дверь открыть? А там будет что? У меня сейчас кто выйдет сюда, опять дерется. Оп. Блин, ну что он не тянет? О, все, забрали. Меня могут убить, но они даже не пытаются. Ну что, не знаешь, что так можно? Да, это вообще... Я закавырю у тебя, Лёш. Да, спасибо. Тварь, всё равно попал под тебя. Андрей, смотри, 1000 очков у тебя. Почти. Без танка. Так они на месте ставили, сколько у него плёва, по-моему, уж была, да? Да, по-разному. Просто под их жопу плевал, они даже не уходили. Ну да, на сраном. What do you say?